Почему Сара попросила Авраама защитить ребенка от ее служанки Агари? Это нормально для тех времен? Да, для тех времен это нормально. Здесь мы встречаемся с событием, которое вообще выпадает из нашей парадигмы. То есть у нас-то мозги новозаветные, а у них другие какие-то, у них другие мысли, у них другое понимание жизни. Мужчина имеет ребенка в себе и дает его женщине. То есть зачатие, как бы это ребенок моего мужа, думала Сара. От кого бы он ни родил этого ребенка, это его ребенок. А он мой муж законный. Поэтому он говорит, вот возьми, то есть женщина здесь рассматривалась как бы и Сарой, и самой Агарью, как передаточное звено. То есть вот возьми и сделай так, чтобы сын моего ребенка, значит, вот вошел, сын моего мужа, вошел в твое лоно и вышел из него человеком. Как бы, это будет мой ребенок. Родишь мне его на колени, как бы, и я возьму его, это будет мой ребенок. Там вообще же, знаете, что отец вообще все решал. Женщина, приходившая к ребенку, к мужчине с ребенком на руках, говорит, вот твой сын, там, или вот твоя дочь. И клала его на пол перед мужчиной. Он, например, решал в это время, он берет этого ребенка или нет. Если он отворачивался, уходил, это не его ребенок. Это было в полной власти мужчины. Или он нагинался и брал его с пола, этого ребенка, на руки. Значит, он его усыновлял. Зачал, не зачал, там это уже как бы не рассматривается. Ты берешь его или не берешь? У нас сейчас такое невозможно. Сейчас будет генетическая экспертиза и судебное решение. Это ваш ребенок. Вы обязаны там. А раньше такого не было. Там было совершенно все другое. Поэтому да, мы сталкиваемся с другими людьми. Когда мы читаем Ветхий Завет, перед нами другие люди. В отношении смерти, там, детей, клятвы, слова. Они совершенно какие-то другие. Ну, как этот самый Яков благословлял, значит, вернее, Исаак, вернее, прошу прощения, благословлял Якова и Исава. Он благословил Якова, и потом ему было нечем благословить Исава. Говорит, как нечем, что у него слова кончились? А это не слова, это что-то другое. Он почувствовал, к нему вышла вся сила, и он всю силу свою через слова отдал вот этому сыну. Он говорит, благослови мне теперь ты еще раз. Он говорит, мне нечем, не могу. Как это не могу? Мы такого не понимаем, мы вообще ничего не понимаем в Ветхом Завете, потому что они другие, это другие люди. Разве мы понимаем, например, что такое жить до потопа, например, 700 лет, например? Как это жить 700 лет? Что такое родить первого ребенка в 300 лет, например? Как это? Вообще не понимаю ничего. Так что здесь действительно мы другие люди, да. Разве можно родить, значит, ребенка другой женщины, если своя жена бесплодна? Вот у них было можно. Раз, мол, Господь не дает, значит, нельзя, значит, такова его воля. Ну и так далее. Или всем бесплодным парам можно также поступать, отправлять своего мужа к чужой женщине для зачатия. Нет, мы так не будем делать. Потому что мы живем в новозаветной морали, нам это чуждо, нам это непонятно, мы так не можем. Никто из нас такого не сделает. Потому что, повторяю, что это совсем другое. Христос нас изменил. И мы думаем по-другому. Но это не значит, что они должны были быть такими, как мы. То есть здесь есть такая методологическая ошибка, когда человек пытается навязать свои сегодняшние представления тому, что было раньше. А раньше было по-другому. Знаете, как Авраам был испытываем Богом, и Господь говорит ему, там, возьми сына твоего, возлюбленного твоего, единственного твоего, и веди на гору, куда я тебе покажу, и там принесешь его в жертву. Об этом написаны огромные книги, например. Может быть, лучший из них – это Киркегор «Страх и трепет». Говорит, что там в это время думал Авраам, непонятно. И он повел, ну, вы знаете эту историю из книги «Бытия». Это одна из самых невероятных историй Ветхого Завета. Это одно из ключевых событий всей мировой истории. Как про это говорил Иммануил Кант, известный кёнигсбергский философ? Он говорил, если бы какой-то голос сказал мне принести в жертву моего сына, то я бы этому голосу сказал, а ты кто такой вообще? Откуда я знаю, что ты Бог? А вдруг ты не Бог никакой? Чего ты тут повелеваешь какие-то страшные вещи мне? Я? То есть, ну, смех и грех, слушайте. В данном случае Кант, как ребенок в песочнице, как бы, говорит какие-то глупости, которых он вообще не понимает ничего. Авраам не имел никаких сомнений, что с ним разговаривает Бог, потому что это не был первый разговор Бога с Авраамом. И он был подавлен, он был в ужасе. И что там в нем было в это время, какой там ядерный реактор в нем пылал в сердце его в это время, там, это вообще нам недоступно. Но он в ужасе повел Исаака, там, и что он там думал по дороге, мы не знаем. А вот наши мерки вот эти вот такие, культурно причесанные такие, вот типа как у Иммануила Канта по поводу этого вопроса, это полный смех. То есть мы имеем дело с другими людьми. Авраам был другой, и Давид был другой. Почитайте жизнь Давида, думаете, как это он
молился, как ангел все время. Тут этих порубал, этих посек, там этих заколол, там этих... Потом эта женщина, эти дети. Что за жизнь такая? Драки женщины и молитва. Молитва прям с утра до вечера. Потом опять драки женщины и молитва. Как это он так жил? Я не знаю. Я не знаю, это другой человек. Так что не пытайтесь навязать ветхозаветным праведникам, они действительно праведники, потому что они были с Богом, и Бог был с ними.